Вот такая вот гоночная машина голубая. Но ее настолько хорошо видно в камеру, что я даже удивлен ее красоте. Вот. Жалко, конечно, что колеса у нее такие сделаны, что когда ее катишь, они слабо крутятся. Но машина сама по себе красивая. Она такая голубая. Переливает. Снизу она сделана вот так вот. А если вот так вот не присматриваться, то она на летающую тарелку может быть похожа. Что-то мне не напоминает летающую тарелку. Вот спереди она вот с такими вот фарами красивыми. У нее вот такой красивый багажник. Это не дырки, нет, это просто черным так сделано. Я не знаю, почему вот тут вот сзади так тоже сделано. Это вместо... Я не знаю, почему так. Вот у нее как у самолета, вот сзади сделано. Наверное, она сильно быстро должна ездить. У нее как у самолета сделано вот. Что меня и удивило, потому что я у обычных машин такого не вижу, чтобы было сзади, как у самолета. Двери. Кстати, хотел сказать двери. Но я дверей не вижу. Как будто двери забыли нарисовать, забыли сделать. Ну, просто дверей не вижу. Багажник, да, я хочу сказать. Колеса крутятся слабо. Ну, а багажники тут тоже слабо заметно. Вот. Что-то как-то делали. Ну, в целом красивая. Наверное, это летающая машина должна быть. Такая, чтобы гоночная, но именно летающая, я не понимаю. Стекло ей нарисовали. Оно наклеено. Наклеено и нарисовано, поэтому то акцентировал, что должны были, и может, и двери нарисовать. Ну, забыли, видимо. Или как-то так вот. Или как-то так вот. Колеса у нее тоже делали, как из Лего колеса у нее. Если так на воздухе, то можно покрутить колеса. А если так ее поставить, то слабо крутятся. Тут надо прилагать усилия. А если прилагать усилия, то можно сломать просто машину, и не будет. Поэтому лучше ее сохранить такой, какая она есть. Вот. Я не знаю, что это лично за машинка, а почему-то ее сразу назвал гоночной. Да, она гоночная, но мне она похожа на какой-то либо... этот, как инопланетяне летают, какой-нибудь там этот, или самолет, вот. Непонятно мне, в общем, что это такое, вот. Вот тут у нее, может, и крыльев нет, как у самолета, вот. Я даже не могу сказать. Точно. Поэтому, кто имеет свое мнение, пишите комментарии. Ставьте, пожалуйста, лайки. Очень интересно, кто что думает про такую странную машину. Потому что, рассматривая ее сзади... Всем спасибо, кто... вместе со мной сейчас ее рассматривать, потому что она вот хоть и переливает, но у нее довольно-таки отлично видно. Ой, да. У нее вот эта вот выхлопная труба вот тут нарисована, вот. Я смотрел, что за пятно такое вот. А это выхлопная труба нарисована, да. Выхлопную трубу не забыли нарисовать, вот. В общем, странная машина. Даже не знаю, что и сказать. Снизу, да. Опять же таки, покажу еще раз. Низ. Сделана она хорошо, вот. Жалко только, что колеса вот такие вот сделали ей. Колеса мне бы хотелось, как у других машин, увидеть на ней, но пока этого я не могу. Потому что приходится говорить так, как есть. Но ей сделали вот такие вот колеса, и мне, честно сказать, не нравится. Это единственное, что оставляет желать лучшего в этой машине. Это колеса. Потому что в целом я не могу сказать, что я бы от нее хотел лучше. Потому что она сама по себе странная вот такая вот машина. Она только по цвету вот мне особо так и нравится. Вот голубой цвет она так красиво переливает, вот. Но я даже не могу сказать... То ли это машина, то ли это летающая тарелка, то ли это самолет недоделанный. Как ее делали? Поэтому тут мое мнение
особо про эту машину нет. Потому что мое мнение, оно теряется. Я сказал несколько раз теряется, потому что очень сильно потерялся даже, когда подумал. Потому что вот, странно очень сделана машина вот. Сверху она вот так вот просматривается, ну. Как будто у него так вот сверху открываешь, и там инопланетяне выходят, вот. Непонятно, ну. Ну, если так не сильно думать, то, в принципе, пальцем катать ее можно. В принципе. Поэтому машина оставляет за собой хорошее впечатление в целом. Что я могу сказать? Не более. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Думаю, мнение о такой странной машине у вас будет свое, собственное, чтобы его оставить в комментарии.